Следующее задание у нас это атака. Трехударная серия, повторная контратака справа и защитное действие при помощи маневрирования движениями приставными шагами назад вправо. То есть становимся, пробиваем серия почтальон. Левый-левый справа, защита подстава колевого локтя, контрудар справа и защита назад-назад, вправо. Еще раз становимся и прям. Раз, два, три, пол, справа, раз, два, справа. Еще раз повторяю. Левый, левый, право. Подставка левого плеча справа. Назад, назад, вправо. Еще раз. Левый, левый, справа. Подставка справа. Раз, два, третий шаг вправо. И также становимся здесь, в эту сторону. Левый, левый, справа. Подставка справа. Раз, два, три, вправо. Еще раз. Левый, левый, справа, подставка справа, раз, два,